Ну что ж, тогда я спою песню, которую я написала прошлый год. И с этой песни отправилась на фестиваль. Ну, собственно, я просто поехала туда в качестве отдыхающих, в качестве зрителя. Потом выяснилось, что там есть знакомый, который мне сказал: «Ты почему не принимаешь участие в конкурсе? Почему все мы тут отдуваемся, а ты почему?» Я говорю: «Слушайте, у меня даже нет новых песен, я даже не знаю, что делать». А потом вспомнил: «Так есть, а ну-ка попробую я ее, прогуляю здесь, попробую». Вот. В общем, фестиваль был «Лоза и муза», я стала лауреатом с этой песней. Песня называется «Колокол». Don't.